Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Новой Москве построят самый большой крытый аквакурорт России. В деревне Прокшино группа компаний А101 построит большой крытый курорт с аквапарком. Об этом сообщает пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы. По словам руководителя департамента Владимира Житкина, аквакурорт разместится на участке площадью 8 гектар, а общая площадь здания составит 46,5 тысяч квадратных метров. В аквапарке будут предусмотрены спа-зона, пространство для занятия йогой, оздоровительные процедуры, плавание и дайвинга, а также горки и аттракционы для всех возрастов. Отмечается, что объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. На этом у меня пока все, а больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте моей mск.online. До скорого!